Здарова-здарова, дорогие подписчики, по-прежнему с вами Диман, Тони и Даник, мы находимся в GTA, а эта рубрика у нас «Прыжки через всю карту». Кукусяндр. Всем здорово. Ребята, мы будем выбирать рандомные машины и выпрыгивать на них через всю карту. Попытаемся перелететь, конечно же, и Лос-Сантос, и наш Сэнди Шорс, Палета, Гуручилет. У нас неоднократно это получалось, поэтому, ребята, надеюсь, что сегодня у нас будут неоднократные такие прыжки. Вы обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылочки все в описании. Ну, не забывайте, конечно же, ребята, ставить колокольчики, чтобы не пропускать новые классные ролики. А да. На первый раунд мы спавним по одной машине. У меня это Audi. У ребят пока не видно ничего. Ну и получается Toyota, да. Ну что же, а мы прямо сейчас будем, ребята, стартовать. 3, 2, 1, полетели. Ну давай. Ой. Поехал. Я пробил, конечно, максималку, но максималки здесь даже и не пахло. Ну, 50, мог... 200, ты 100. А я мог пробивать, я что-то не пробил. Ну ладно. Да? Ну, при этом ты очень хорошо, я так понимаю, полетел. Ладно, тут понятно все дело. Нормально, да, полетел. Так, и Дони у нас долетает 1000... до Мейзбанка. 1300. Ой, еще в здание врезался. До фибов, да, получается. По итогу результат понятен. Пока что 2 балла. Давайте-ка смотреть за Даней. Даня примерно летит туда же. Примерно да, прям вот... Да, прилетает. Ну, не-не-не, он тут сейчас отрикошетит, скорее всего. Ну, так, надо смотрим. Будет либо подальше, либо на одной линии. Одной из двух. А вам обоим по 2 балла, потому что, в принципе, вы на одной линии. Окей, мы переходим, ребята, на следующий раунд. Полетели. Давай. Ну что же, теперь вы спавните по 3 машины, я, получается, 2. Так, о, это что такое? Хонда какая-то новенькая. Под капотом, конечно... Слишком мало. Ой, самый ужасный кьюниксик, который мог упасть. Ошалеть, как не повезло. Ладно, ошалеть. И на этом попробуем прыгнуть. Охренеть. Раз. Пятнашка неплохая. Ё-моё. Акула у Даника тоже неплохая. У Вани это Гольф и Тойота. Ну и получается Астон Мартин. Так, ну что же. Сейчас посмотрим. Выбирайте машины. Да, это у нас, ребята, второй раунд, гольф, да. Окей, полетели, пробуем. Давай. На самом деле, я вообще не представляю, что из себя представляет эта Honda, но... 1200, да что ты? Да что ты? Дай мне нормальные машины. Ты еще 100 при прыжке. Так, а Даня у нас полетел, но у меня понятно, результат примерно возле... Я туда же, практически. Кубов у Дани, кстати, что-то прям слабо, слушаю. Я думал, акула летает получше. 1300? Ну да, слабенько. Так, ну и да. По итогу результат аналогичен прошлому раунду. А вот у Гольфа все прекрасно. У Гольфа, ребята, 2 балла. Гольфа, да. У Дани получается 1 балл, у меня пока 0. Ну и, в общем-то, летит до практически Сэнди Шорса. Да не, полетал... А, да, Сэнди, да. Да, Сэнди, брат, да, Сэнди. Да. Бам, и вот тут он приземляется. Окей, баллы мы записали, ребята. Отправляемся на третий раунд. Полетели. Давай. Следующий раунд, и мы спавним следующие машины. Смотрим, что кому выпадет. Так, ого. Ты что такое? Охереть. У меня какая-то семерка. 330 под капотом. И я так полагаю, полицейский... Да, Брабус. Я, пожалуй, блин, я даже не знаю, что взять. И та, и та машина хороша. Я возьму семерку. Ладно, не лоханись. Ну, я надеюсь. Ой! Вот так вот на двух колесах. Так, вы все тоже тачки получили, да, я так полагаю? Ну, да, да. Окей, давайте-ка прыгать. Я поехал. Даня? Не, я ему не доверяю. Да, я бы тебе не доверял. 2400 есть. Так, все, Ваню, наконец-то я перелетаю. Ну, да, да, да. Это радует. Кстати говоря, новый экстрабал, если сейчас там... Даник ничего не выпулит. 1300. Ну и до Палета я долетаю. Надо, да, ребята, это будет 2 балла. Новый экстрабал. Экстрабал, кстати, побить-то можно. На Вайнвуде у нас Ваня. Сейчас мы, ребят, посмотрим, кто куда приземлился. Ну и, соответственно, вот как-то вот прямо, прямо, ребята, в острова в эти падаем. Отлично. Так, окей, смотрим. У Дони результат такой вот. Ага. Так, да. А Даня, у нас результат вот такой вот. Ага, все окей, понятно. 1 балл для Дони, мы отправляемся дальше. Давай. Так, ну я надеюсь, хотя бы в третьем раунде мне повезет, и хотя бы хоть что-то мне заспавнится. Тесла 234, нихай себе. Ну, по факту, да.
Я не знаю, как бы она прыгнула, она, потому что не помню. Ну, в общем-то, попробуем. Так, у Дани это ламба, все, у Вани у нас еще... А, все, да, тоже. Ламба, окей, прыгаем, полетели. Давай. 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Че у тебя? Это я об этой ламбе что-то не знал. 1250, у тебя че? У меня как бы, ну... А, ну, 1700, 800. Нормально. Под капотом 180 просто всего лишь было, я не хреново. Понял сначала. У меня 140, поехал 1500. Хреново. Так, меня, во-первых, перелетает Даня, летит до стройки. Хреново. Что я могу сказать, мужики? Вы там это, повзлетали, я смотрю, да? Вы не забывайте, с кем ползали так-то, ага. Ну и я так полагаю, а кто у нас дальше? Дани или Дони? По-моему, у нас Дони, да? Да, Дони действительно дальше. 2 балла для Дони, 1 балл для Дани. Отправляемся дальше, полетели. Давай. Опять она? Что? 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 В смысле? Я, конечно, ну, рад этому. Я бы не хотел, конечно, прыгать повторно, но выхода нету. Балла нужны. Поэтому я беру ее еще раз. Окей, так у вас что? Ну, у меня все бэхом. Такое себе такое. Опа. У Дани, кстати, неплохой Skyline. Неплохой, кстати, Мерс. Марсаваген. Ну и все, выбирай. Вот, его взял, окей. Поехали, да, пробуем, ребят. 1200, 300, 400. Ну, все то же самое, да, ребят, как говорится, дубль 2. 2400 мы вылетаем. Так, опять максималку надо бить, я понял. Меня интересует, конечно, как летает Марс, потому что свой результат я прекрасно знаю. Хреново! Хреново, ребята! Баллы-то нужны. Ты над горой чилит или к ней летишь? Над горой. Прям высоко-высоко? Ну, не очень, падаю. Там высоко в горах. Кстати, я в этот раз намного лучше прыгнул. Если я в прошлый раз падал прям в острова, а теперь я над уровнем... Чиля, да? Неплохо. Так, окей. Давайте-ка, ребят, мы ее зафризим. Угу. Посмотрим, где у нас CPM-ка. Ага. По итогу падает в воду. Ага, не долетел до меня. 1 балл для Даника. 2 балла для Дони. Ой, для меня. А мне Дони можно, по итогу, мне, ребята, приземлился у нас по 2 айдена. Окей, идем дальше. Следующий раунд. Спавним следующие машины. Пока что все хорошо у меня было. До этого раунда. Так, а байк. А, ребят, байки там мы берем в учет, если они нестандартные. Так, первое. А это качается? Это, конечно, подбор у меня. Огонь. А, шалеть. Как все плохо. Ай-яй-яй-яй, беру Теслу. Ёлочку. Ёлочку. Новый год давно прошел. Ёлочка, мне нравится. Ёлочка, мне нравится. Так. Прижимай его. Все. Все, поехали. Так, ёлочка. Блять. Поберегись. Перебрал чутка. Блять, ну ты больной, конечно. Сбил меня и... Ладно, будем прыгать по новой. Ну, в общем-то, как-то... 1000. Серьезно? Да. Это ужас. Это просто ужас. И ты балла, конечно, лутаешь нормально. Что такое? Я свои лапки. Шаль, да я услышал. Сейчас посмотрим. Да, это у нас, ребята, тир. У Вани результат — это почта. Новая работа устроился. У Даника один балл. Почта, банк. Не-не-не, брат, не платили за интеграцию. Все, тихо. Ну а мы отправляемся, ребят, на следующий раунд, полетели. Давай. Больше половины ролика уже позади, осталось не так много раундов. Мне нужны стопудово Lexus, хороший. И Porsche. Стопудово Lexus? Да, а не, это не тот Lexus. Хреново. О, да, радует. Тебе еще одна. Ой, пацаны, все, новый экстрабал. Да ладно! Че ты творишь сегодня, слушай? А тебе что, мало, что ли? Еще достаточно. Ну я просто посмотрю. Это последний раунд. Ну ты жир. Ладно, я жир, но да, нормально. Да, да. Я в зал хожу. И ладно, поехали, ребята, пробуем. Давай. Да, это не тот Lexus. Вообще Данек погнал. 1200. Данек надоело, короче, ему все это. А, вылетел? Понял, принял. Так, ладно, давайте-ка смотреть. У меня результат понятен. Ну а у Вест, ребята, вы сами видите, все прекрасно. Тут только хер побьет.
понял. Наверное, Дони. Меня лично? Да. Я вот в этом не хочу участвовать, спасибо. Остался прыжок Даника, который мы должны запечатлеть, ребята, и посмотреть, что будет. Так, так как тачка Дани крашла, ребята, он просто спавнит одну первую попавшуюся, ну и, соответственно, выпрыгивает. И чё? Спавни тачку. Понятно. Прыгай! Давайте-ка, ребят, посмотрим, насколько это будет хорошим выбором. Так, по итогу Даня вылетел, ребята. Даня летит. Даня все еще летит. Даня падает. До сих пор летит у нас. Даня падает туда, куда я и падал. Но, по-моему, будет чуть дальше. Да, вон. К сожалению, зарабатывает все-таки Даня здесь свой балл. Окей, переходим на следующий раунд. Спавним следующие машины. Ваня 3, мы по 2. Так, 2. Давайте. Вот это хорошо. Volvo XC60. Хорошо, да. Это то, что мне нужно. Это, ребята, возможно, новый экстрабал. Что сделал? Это что такое? Это полицейский. Удали, удали банан. Удали банан быстрее! Удали его! Любитель полетать. Полетун. Повылетать, да. Да, да, да. И по итогу. Ты что, все удаляешь, я не пойму. Охренел, что ли? Я думал, карт-бланш на спаун тачек ты себе решил устроить. Что пока не понравится. Ну, давай, это уже последнюю тачку спаунит. Вот и все, хватит тебе, любитель Ауди. Все, поехали. Да ёб твою мать. Вот и помер дед Максим. Давай, выровняйся. 200. Где Ваня? Ты где, дядь? Ты где? Никто на внимание не обратил, что за машина у меня, короче, так понятно. Да я видел, что Volvo. Нет. А подожди, в смысле нет? У меня не Volvo было. Сейчас, подожди. Я, конечно, долетаю до горы Чили, да, но... Ванька, даже запаха нету здесь. Ну да. А, шалеть. А, это Infiniti, господи, да, я думал, не, она похожа на Volvo, конечно. Окей, 2 балла у Дони, 1 балл, я так полагаю, у меня, потому что у Даника результат вот такой вот, да, по 2 инвудам. Окей, мы переходим на следующий раунд, полетели. Давай. 2 тачки я спавню, смотрим, что в этот раз мне выдаст рандом. Субару, спасибо сразу. Спасибо. Чё ты, спасибо, я думал, ты вылетел, у меня еще на немного подвисло так, я думал, ну все, капсда. Так, у меня Бугатти неплохая, Феррари, я так полагаю, нет, это Бэха у Дони, Твизи, давай что-нибудь еще такое же, ну ГТР, ну ГТР, кстати, не хорошая. Быстрый, поехали, да, Твизи на самом деле вообще пушка, 2200 я полетел, 2200? Да, что-то мало? Да, как бы нормально 2200, вроде. Я 1200 перепутал. 2200. Нормально. Не, 1200 это у тебя было бы. Я бы радовался, наверное. Есть красные машины, я красным машинам лечу. Нет, 1200 как раз. Прилетаю красным. Нормально. Машинки. 2 балла у меня, ребята. 3 тачки на спаун, я так полагаю, потому что вы где-то уж точно близко к Вайнвуду. Так, ну и по итогу это у меня палет, ребята. Вот такой вот результат, такой вот палет. Классный прыжок. Да, палет. А, так, смотрим. Да, у... Дони, результат понятен. У Дани. Данек рядом здесь запарковался. Вон. Кстати говоря, результат тоже понятен. Только вопрос, кто из вас зарабатывает на балл? Да я. Да. Дони дальше, поэтому у него балл. А мы, ребята, отправляемся в следующий раунд. Полетели. Ради всего, это предпоследний раунд. Давайте-ка, ребята, заспавним следующие машины. Да, я это уже где-то видел. Мне китаец. Ёб твою мать. Круто. Круто, что у тебя китаец, у меня еще 3-я машина. И я надеюсь, это хер какой-нибудь. Да, гольф по итогу. Надейся. Ну, я беру Хонду новую какую-то. Братуха. Так, Урус у тебя. Давайте-ка, окей, полетели. Ну, что ты делаешь-то? 1800 и все. Я думал, там 3000 каких-то будет. Ну, китаец, я думаю, понятно, улетает вообще. Там. Ну, кстати, не прям уж так не врезался. Высоко. А что это? А, это пиксель с Honda. Я думал, это артефакты карты у меня. Уже испугался. Да пиксель над тачкой просто какой-то. Статичный. Так, окей, смотрим, где у нас Даня. Даня по итогу летит до... Ну, кстати, я думал, будет лучше.
Да, сейчас закончим, не переживай. Да, до речки долетает, думаю, будет лучше. У Вани результат вот здесь у Фибов. И да, ребята, мы переходим тогда на следующий раунд. Полетели, баллы мы записали. Давай. Ну что же, 3 тачки спаунят на здание, я спауню 2. 114, ужас. Максима, вот это хорошо. Вот это вот, вот как надо, да? Вот это грамотно. Где Максима? А, у тебя Максима? А, какие? Да. Издалека это обычно Султан. Понял. Серьезно? Да. Ничего себе. Так, у Вани... Да, Шевроле. Каринчик. Все пока не считается. Ой, и Бугатти. Бугатти это крепенько. Так, и... Кстати, Даня, твоя машина крашит. Извини, чисто вот покраш тачком, я понял. Что мне делать? Ты еще... Что делать-то? Да можешь выпрыгнуть. Я думаю, она закрашит потом. Просто кстати, 1300 это нормально. Что-то слабо. Ну 1300? Да. Да, что-то прям слабо. Слабо. Что-то прям вообще 1300. Слабо. Ну я всего лишь 900 вообще поехал, прикинь. Что-то вообще слабо, да, я до стройки долетаю. 900. Что-то вообще не то, что я хотел. Не, что за максима не то? Так, у Дони... В одно и то же место падаете. И Дони при этом дальше, ребята. Чуть-чуть, да. Понимаю. Ты полетел. Ты вылетел? Да не, просто Данек прожал там ешь. Нет, я не прожимал. Ребята, на этом мы будем заканчивать. Общее количество баллов видите на экране. Такая вот прикольненькая серия. Ставьте лайки. Ну и всем пока. 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 Thank you.